Всем привет, меня зовут Руслан, и мы с командой находимся в Германии, в Винтерберге, где ровно через неделю стартует чемпионат мира по санному спорту. Ну а сейчас я предлагаю вам вернуться в шестой этап Кубка мира, который проходил в Сигулде, в Латвии, и насладиться интересными и яркими моментами. Погнали! Результат приходит к тем, кто искренне желает и делает. Все, не хочешь приехать посмотреть? Приехали. And now please your attention for national anthem of Germany. Таня, у тебя юбилей, говорят, да? Да, юбилей. О, круто, поздравляю. Сегодня смотрели мужские заезды? Да, да, смотрели, да. И как вам санный спорт? Чем привлекателен? Почему пришли? Ну, выходной день. Глинтвайн. Хорошая погода. Болельщики латышской команды. Мы с ними только что пообщались. Сейчас попробуем найти еще болельщиков санного спорта. Поговорим с ними. Просто пришли из интереса. Первый раз на трассе? Да. За какую команду болеете? За Латвию, конечно. И понравились все эмоции, потому что я понимаю, как много они вкладывают в свою работу в этом, чтобы довести до результата этого всего. Это просто прелесть. И вообще я радуюсь тоже. Когда опаздываешь на награждение, нужно бежать. Не знаю, успею или нет, вот, но прикладываю все усилия, чтобы заснять момент, когда нашим ребятам вешают золотые медали на шею. Александр Горбатцевич, Россия. Саш, какие эмоции, какие впечатления? Очень что рад, думаешь? Очень рад. Громче говори. Стабильно проехал, хорошо. Главное, хорошо проехал, стабильно. Показал, на что способен. Есть у меня одно желание. First place, Семен Павличенко, Russia. Medals are presented by FIL, Secretary General. Try in Latvia because so many Latvian people today here. No, it's not about the Common Sport Federation as well. Ну что, я надеюсь, что тебе понравилось это видео. Если понравилось, то ставь лайки, мне будет это очень приятно. Итак, ровно через неделю стартует чемпионат мира по санному спорту. За ночь здесь, в Винтерберге, выпал снег. И посмотрите, какая вокруг красота. Такая погода – это нетипично для Винтерберга. И поэтому я наслаждаюсь вот таким солнечным моментом. Я думал, что трансляцию чемпионата мира по санному спорту будет вести канал Матч ТВ. Однако он отказался включать в сетку вещания это мероприятие. Увы.
Это действительно печально, но не будем расстраиваться. На канале Евроспорт ты можешь посмотреть в прямом эфире все три дня соревнований. В пятницу, субботу и воскресенье будут проходить розыгрыши медалей. Поэтому всем любителям спорта, а также всем, кто заинтересовался санным спортом, обязательно посмотрите и получите удовольствие от чемпионата мира. Спасибо вам большое за внимание. Я буду рад вашим комментариям и вопросам. И всего доброго. Пока.